дети бывают грустными, если никого рядом с ними нет. Спит комната с игрушками, мультики идут, маму с папой ждут. Все придут, найдут на все ответ. Ай-яй-яй, не ешь так много сладкого. Ай-яй-яй, нельзя так долго спать. Каждый новый день говоришь загадками. Завтра утром вырастешь опять. Взрослые удивляются, как хватает сил, чтобы все успеть. Если не получается, маму попросим, перестань реветь. Ты же любишь рисовать и петь. Ай-яй-яй, не ешь так много сладкого. Ай-яй-яй, нельзя так долго спать. Каждый новый день говоришь загадками. Завтра утром вырастешь опять. Здесь соло какое-то. Каждый может сам сыграть себе какое-нибудь соло. Ай-яй-яй, не ешь так много сладкого. Ай-яй-яй, нельзя так долго спать. Каждый новый день говоришь загадками. Завтра утром вырастешь опять. Каждый новый день говоришь загадками. Завтра утром вырастешь опять. Завтра утром в 14:30 я жду вас на станции метро Коломенская в центре.